И сегодня еще одна история, еще не исцеление, еще не выздоровление ребенка, но процесса, когда идет процесс восстановления, да, восстановления физического тела, идет процесс восстановления мозга, где есть органическое поражение мозга. Да. 11 мая к нам обратилась мама, мама Оксана, у нее есть дочь Софья, и у Софьи было органическое поражение мозга вследствие гипоксии родовой, внутриутробной, причина не выяснена, субатрофия кортикального слоя мозга, диагноз ДЦП, умственная отсталость. Когда мы увидели первое видео с ребенком, где София двигалась по комнате и издавала звуки, сперва был шок. Что здесь можно сделать? Да, наверное, ничего. Да? А тело как-то двигается, заклинивает, потому что ДЦП, своеобразно двигаются ноги, своеобразно двигаются руки, тело очень плохо контролируется психикой, но о сознании говорить не приходится, оно было где-то в космосе, и вернуться оно не обещало. Андрей погрузился в глубины подсознания, и там мы увидели одну очень интересную штуку. Помнишь, как выглядела душа? Ее не было. А что вместо нее осталось? Как какой-то фитилек маленький, как шарик лопнувший такой, и с какой-то такой, как паутинкой. Вот это то, с чем столкнулись. И тогда, благодаря этому ребенку, мы пошли вглубь дальше. Да? Раньше мы думали, что за душой дальше все, только Бог и больше ничего нету в психике. Оказывается, нет. Там есть еще очень много микросхем. И мы пошли дальше. Оказалось, что можно душу заменить. И Бог предложил вариант замены. И пришла мистическая фигура тамплиер. Более того, она еще притянула мистическую книгу, да, согласно которой мы и смогли потом детям помогать другим, да, то есть там была очень интересная информация по работе именно по магии. А как протекала замена души? Я уже не помню. Мистический разряд такой дефибриллятора, и произошло переподключение, и наш тамплиер оказался в теле. И после этого пошли дальше процессы по восстановлению. Первый знак о том, что включилось сознание, да, у Софии поменялись глаза. Следующее из того, что произошло, она начала вспоминать. Она там начала гладить маму. То есть она начала вспоминать какие-то моменты, которые были в прошлом и которые ее психика забыла. Потом следующий момент, когда это было 18 мая, мама написала: сегодня утром мама мне заплетала косу. София встала и ушла. Мы думаем, наверное, шкодить пошла. Доплели, идем в комнату. Она взяла расческу и сидит, себе прическу делает. То есть она пошла подражать, она пошла копировать. Блок за блоком психики начал включаться. Потом она начала проявлять характер, обижаться, у нее пошли эмоции. Потом был очень такой интересный момент для детей с ДЦП. Мамы заметят, у кого есть ребенок с ДЦП, он очень важный. То есть София ходила, но она не могла ходить по лестнице, да, то есть ее физическое тело не позволяло делать подъем ножками вперед, лестничку за лестничкой преодолевая. 17 июня София это сделать смогла. Теперь София ходит по лестнице сама. У нее улучшился аппетит, она стала более активной, у нее проявился интерес к жизни. Все это было здорово. Она начала держать равновесие. Мама прислала видео, где она тренируется. И вот видно, как действительно душа активно осваивает тело, тренирует физическое тело для того, чтобы пошел процесс. Но последнее нас видео вообще порадовало. То есть Софию всегда кормили. Она даже не могла держать ложку, не могла питаться сама. А тут мало того, что она осознает, что она кушает, сознание присутствует, она кушает сама, она попадает в рот, она тренируется, она работает. Видно, как душа усердно учится управлять этим телом, и сознание постоянно присутствует. Ребенок развивается. То есть тогда, когда умерла душа, это было где-то до 9 месяцев, после этого ребенок не развивался. Сегодня ребенок набирает разностороннюю информацию и постепенно выстраивает физиологию. Это целый процесс, это на годы.